Когда вышел официальный большой двухминутный трейлер, то нам, в принципе, показали моменты прихода в горшка и принудительного лечения. И сильно эти моменты, ну, никого не смутили. А вот масштаб трейлера вызвал вау-эффект. Все просто охренели, это даже мягко сказано. Перед нами предстал очень богатый фэнтезийный мир, много экшена, ну и актеры оказались вполне себе похожими. Короче, критика сильно подсдулась, и люди стали терпеливо ждать премьеры. Кстати, после трейлера многих заинтересовал еще один герой. Вот этот страшный, лютый шут. Это 38-летний Евгений Ткачук. В отличие от коллег по сериалу, у Евгения просто огромнейшая фильмография и перечень театральных постановок, в которых он был задействован. После трейлера началась более серьезная промо-кампания. Ну, например, появился прикольный постер, в котором заложили пасхалки для фанатов.